гульні, падарункі, героі любімых мультфільмаў і вясёлыя клоуны. Канцэрт пачаўся з сапраўднага дзіцячага свята. Яго арганізатары такі незвычайны фармат абралі не выпадкова. Концерт приурочен и к Дню защиты детей, и к 750-летию нашего города. И весь наш итоговый, скажем так, результат за прошедший текущий год. Мы хотим подарить всем радость, хотим подарить настроение и дать возможность нашим деткам выступить на сцене и подарить зрителю хорошее настроение. Выником працы центру за год стали перемоги на республиканских и международных музычных конкурсах, шматлікія концерты. Сёння вакалам і хореаграфіі у ім займаюцца больш за 30 выхаванцаў самага рознага ўзросту. Здесь безумно классные ребята, классные педагоги. Мы стали большой семьей, и поэтому я думаю продолжать заниматься здесь и развиваться также тоже здесь. Я занимаюсь вокалом с 5 лет, мне очень нравится. Это очень весело, также позитивно. Я всегда хожу заниматься вокалом, чтобы быть хорошей певицей. Я очень люблю петь. Шоу ад прадзюсарскага цэнтру «Ступені» завяршылася вялікім канцэртам маленькіх талентаў. Ён стаў для іх чарговай прыступкай на прафесійную сцэну. Ірына Бардзіловская, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна.